Ребят, вот мы сегодня вас объявляли. Здесь столько медалистов, столько стобальников по ЕГЭ. И на самом деле, я смотрю в зал, нет ни одного тупого лица. И среди этих умных людей... Подожди. А, нет, показалось, давай. Среди этих умных людей, Сашка, мы с тобой выглядим уникально. Молодец. Прости, может... что обобщила себя с тобой. Ладно, ладно, я тоже ЕГЭ не сдавал, так что считай, что у меня ноль по ЕГЭ. Я бы хотела, чтобы сейчас для вас вещали важные, ухоженные мужчины и мотивировали вас на свершение, призывать отрывать свои попы. Чтобы в следующий раз мы приехали в Оренбург, это была самая богатая область, и чтобы мы с Сашкой уже работали не за бесплатно. Все я рассказала. Такая-то моя, это, трипло. Внимание. Ну это не, да, ученические, все в порядке, Алось, держи. И мы сейчас приглашаем на эту сцену учителей, которые подготовили двух и более выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, дорогие друзья. А вы, Светлана Сергеевна! Букет прекрасных роз, а также... Ирина Сергеевна получает ноутбук, друзья. Маша получает из рук чиновников прекрасный букет, а также ноутбук для дальнейшей учебы. Вот, дело в том, что учительница по музыке у нас была Флорида Николаевна Попова. Да, Флорида Николаевна так называли учитель музыки. Она мне вот единственное не запрещала петь. Все в школе запрещали петь, а еще я... А что ты пел, Сашка? Я особо не пел, я сейчас, если можно, музыку выключить. Я просто говорю то, что там... Меня, когда была военная подготовка, знаете, когда вот сирену, эвакуация школы. У вас проходило такое? Короче, меня делали вот вместо вот этого. Правда, клянусь. Очень приятно. У меня не было столько мужчин, поцелуев за один раз. Тебя поцеловали. Очень много. Спрашиваю, можно начинать? Конечно. Не отказывайте себе ни в чем, вы важные. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, если кто есть, уважаемые педагоги, уважаемые выпускники. Школа номер 78 города Оренбурга. Даша Цигулева. Даша, у тебя давай поднимайся на эту сцену. Лицей номер 1 города Оренбурга. Дима Капустин. Красномойская школа Тюльганского района. Вы представляете, ребята, вот сколько у вас народа на дне рождения. Даже шишки есть. У Ивана Андреевича столько в гостях не бывает шишек. У него все хипстеры, как ты, Сашка. Урганта? Ладно, да. Вам очень повезло. Друзья, у вас самое большое количество сегодня гостей на вашем дне рождения. Дорогие друзья, сейчас на эту сцену, на этот бал наш прибыла очень почетная гостья. Как вы думаете, кто? А музыку можно выключить? Ну, кричите, кричите. Кто? Не слышно. Бритни Спирс? Ага, сейчас. Планшет, какая Бритни Спирс? Алла Пугачева, она здесь, да, в зале, она прошла. Я помню. И Галкин, кстати. Рядом сидят. Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди внутри нас, ищут на земле любовь. Нас и переходим к самой главной части нашего парада. Это банкет? Какой банкет? Нет, Алла, не банкет. Я понимаю, что у тебя живот курчит, но это не банкет. Жалко, я так хотела бесплатных колбас. Это ты будешь себя в Москве есть бесплатные колбасы. Друзья, у нас лотерея, друзья мои. Бесплатная. Вот, но...
аппарат получает Кулушева Анара, выпускница лицея Солилецкого городского округа. Девочки обрадовались селфи сегодня. Вот видите, чтобы все было... Шебуршишь, как в борще. Мяско ищешь. Поездка в Крым на сумму 150 тысяч рублей достается... Шудобаевой Индире, выпускница средней школы номер 51 имени Героя Советского Союза генерал-полковника Шевцова города... Индира, вот, смотри, этот красивый бантик, это рамочка из Икеи, все для тебя, поездка в Крым, 150 тысяч рублей. А с кем поедешь? С родителями. Давида не хочешь взять? Давида не хочешь взять? Профукал свое счастье. Друзья, аплодисменты нашим, пожалуйста, кто выиграл наши, получается, балованием судьбы.